В Донбассе практически одномоментно сложились несколько фактов. Снятие Пургина, согласование отвода вооружений, прекращение обстрелов и заявление Порошенко об остановке мобилизации. Этакая вывеска благополучно протекающего мирного процесса в Донбассе. Является ли одномоментное появление этих фактов результатом подготовки Путина для успешной речи в ООН? Как его речь на Генассамблее будет влиять на мирный процесс в Новороссии, а также какой сценарий развития процесса был бы наиболее выгоден для России? Своим экспертным мнением с накануне ТВ поделился руководитель Центра координации «Новая Русь» Алексей Анпилогов. Это просто инерционное развитие ситуации, которая идет так, как оно идет. Никаких революционных изменений нет. И устранение Пургина, оно работает на ситуацию Минска. И заявление Порошенко не закрывает военный сценарий, но планово в инерции показывает готовность украинской армии к мобилизации. Я считаю, что вообще как бы многие процессы в жизни, в том числе в украинской жизни, взаимосвязаны. И сказать, конечно, о том, что сейчас что-то вышло за рамки того плана, который высказан был в Минске, нельзя. Ситуация по тому плану мирного урегулирования, которое было предложено в прошлом сентябре, она развивается в одном направлении, то есть постепенно выполнение, в основном, конечно, со стороны Донбасса, нежели с Киева, вот этих положений мирного плана. Такой новостной фон будет интерпретироваться на переговорах с партнерами в пользу партии так называемых «миротворцев», которые утверждают, что методами Минска можно добиться чего-то на Украине. Но, по мнению эксперта, США не настроены снимать с повестки дня украинский вопрос даже в самом выгодном для Киева варианте. То, что ситуация сейчас складывается больше в пользу Киева, это не слив, утверждает эксперт. Просто крымский вариант для Донбасса неосуществим, поэтому приходится идти по минскому сценарию. Также необходимо воспользоваться успехом мирного процесса для отражения атаки на роль России в ООН со стороны США. Нужно понимать, что та контр-игра, которую ведет Соединенные Штаты Америки, они пытаются в той или иной степени нивелировать роль России как одной из стран-учредителей ООН и постоянного члена Совета Безопасности. Поэтому, безусловно, выступление президента Путина является важным. С моей точки зрения, нужно апеллировать к тому, что сейчас украинский конфликт завис в неразрешимом состоянии как со стороны Российской Федерации, так и со стороны США, и мировое сообщество, может быть, здесь вынуждено будет выработать какие-то механизмы для этого разрешения конфликта. На сегодняшний день наилучшим решением украинского вопроса будет частичное признание народных республик, как с Приднестровьем, уверен эксперт. То есть, когда Россия выступает по массе гуманитарных и правовых вопросов, как территория, которая поддерживает ДНР и ЛНР. И затягивать решение украинского вопроса надолго России невыгодно. Уже давно обсуждается вопрос, например, признания хотя бы частичного государственности ДНР и ЛНР, выдачи российских паспортов, начала какого-то экономического трансграничного сотрудничества. Если это все не начнется, то судьба Донбасса в чем-то будет повторять судьбу Абхазии, Южной Осетии до 2008 года или современную судьбу Приднестровья, которая по факту сейчас находится вот в этом непризнанном состоянии уже 20 лет. Это не страшно, но просто какого-то развития этой территории не будет получать. И Украина это будет использовать для того, чтобы консолидировать именно антироссийскую позицию. Все программы евразийского сотрудничества на территории Украины будут остановлены. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для «Накануне ТВ». Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».